что, дорогие друзья, праздник большого хоккея начинается. Наши ребята выигрывают вбрасывание. И красно-белые идут, прорыв, бросок и гол! Первый гол, дорогие друзья, в чемпионате Республики Казахстан. Забивают наши парни. Не поняли друг друга ребята. Никто не выкатился на пятачок, а шайба бесхозная была. Ответ гостей 1-1. Ликуют горняки. Ну что, красно-белые подхватывают и 2-1 выходят. Бросок. На добивание играют наши парни. Ну что? Гол. Поздравляют. Ну вот с этой позиции не видно. Поздравляют наши хоккеисты друг друга. 2-1. А Рустам выходит вперед. Да. 2-2. Вот не разобрались в своей зоне наши защитники. Вот такой фанат отчаянно что-то высказывает. Ну что, смотрим позиционный розыгрыш, который завершился взятием ворот. Бросок там, по-моему, кто-то подставлял клюшку. Поэтому у Романа Кузьмина в этой ситуации шансов не было. Ну вот так вот, дорогие телезрители, неожиданно для всех горняк выходит вперед в этом матче. Гости пытаются войти в зону. Вошли в зону. Да. Ну что, самое непредсказуемое событие развивается у нас на ледовой площадке. 4-2. Никто такого не ожидал. А вы знаете, гости уверенно играют так. Не торопясь, методично пытаются продавить нашу оборону и продавливают. Вы знаете, 5-2 уже. Антон Дубинин вызвался исполнять штрафной бросок. Гиров выкатывается навстречу. Дубинин финтит бросок. Увы, ничего не получается сегодня у нашей команды. 5-2 на табло. Итак, вбрасывание. Вбрасывание выигрывают наши парни. Шахов. И сразу красно-белые идут вперед. Игнатенко. Как круто заложил вираж. Хотел по-бобровски обыграть голкипера. Дубинин сам пошел. Будет бросать. Делал передачу. Рульер выкатывался на дальнюю стойку ворот. Продолжается атака Арыстана. Ну что, гол! Джо Рульер отличается в этом матче. Пошел вперед этот крупногабаритный защитник. И хороший выход 1-1. Итак, смотрим. Ну что, в домик, да? Как называется? 20 копеек. Павел Житков пропускает шайбу. Эдис Брахманис слева пытается протолкнуть шайбу. Не получается. Глотов. Передачу в центр. Хорошая передача. Брахманис 1-1 выходит. Теряет шайбу. Бросок. Гол! 2-1. Эдис Брахманис выводит Арыстан вперед. Ликуют трибуны. Поздравляют друг друга хоккеисты. Александр Архипов на дальней стойке ворот дежурил. Сергей Палкин вмешался. И вот 1-1. Ну что, ведет гол! Саша Архипов увеличивает разрыв в счете. 3-1. Шикарно разложил голкипера. Вы видели, какой дриблинг? Как работал с клюшкой Александр Архипов. Здорово, по-мастерски. Обыграл Алексея Герова. 3-1. Шайба, что называется, в раздевалочку гостям. Александр Архипов был. Ну что, Архипов бросок. Гол! 4-1. Счет становится внушительным уже в этом матче. И, дорогие друзья, запахло победой.
над ледовой площадкой города Темиртау. 4-1. Бросок сходу. Вот сейчас опасно. Да. Вторая шайба влетает в наши ворота. Разыграли гости до Верного. 4-2. Тем не менее, атака продолжается нашей команды. Ершов первый на шайбе. Брахманис. Да, не мешало бы забросить еще шайбочку. Бросок сходу. Еще бросок. Ершов. Гол! Андрей Ершов забрасывает пятую шайбу в этом матче. Наш ветеран после затяжной атаки отправляет шайбу в ворота Алексея Герова. 5-2. Ликуют. Посмотрите, как ликуют трибуны, как ликуют наши хоккеисты. Поздравляют друг друга. Брахманис пошел в обводку, заложил вираж. Ну что, будет нарушение. И звучит сирена, возвестившая о том, что хоккейный клуб «Арыстан» одержал первую победу в чемпионате Республики Казахстан. Поднимаются болельщики, радуются хоккеисты. И мы сейчас дождемся того момента, когда наши хоккеисты поприветствуют своих болельщиков. Ну вот, приветствуют болельщиков наши хоккеисты. Болельщики приветствуют хоккеистов.